Всем здрасте. Маленькая ремарочка относительно вот прошедшего, так скажем, конкурса или, я не знаю, как это обозвать. Ну, такой небольшой вопросик. Я спрашивал про более человеческий ответ на, ну, перевести вот эту фразу в более человеческом виде и ну и, в общем, сам себе как бы и ответил. У меня такое бывает иногда, друзья, то, что я не нахожу, иногда бывает решение, пока не, ну, пока это не произнесу вслух, желательно на большую аудиторию, как вот это было вчера. То есть, ну, решение само по себе иногда приходит само по себе, а иногда вот не приходит, пока вот его не выплеснешь вот куда-нибудь, я не знаю, в пространство или в космическое пространство. Вот. И, собственно говоря, сейчас вы посмотрите, как будет, какие будут диалоги, как они будут играться. Это озвучка нейросетями, как я уже говорил. Наша версия Skywind. У меня звука чего-то нету. Ну окей, в общем, я умолкаю, друзья, и предоставляю вам возможность послушать, как играется игра с озвучкой с этой. Что теперь? Добро пожаловать, дитя мое. Хотите вступить в храм? Храм приветствует тех, кто может повести за собой других и обладает достаточно сильной волей, чтобы противостоять мирским искушениям. Когда боя нельзя избежать, мы сражаемся шестами и молотами, а доспехами нам служит вера. Мы изучаем магию восстановления и алхимию, чтобы лечить людей, а также мистицизм, чтобы проникать в суть божественного. Также мы должны изучать колдовство, чтобы уметь разговаривать с духами наших предков и защищаться от тех, кто связался с четырьмя столпами. Храм не выдает задания, кому попало. Претендент должен продемонстрировать свою веру. У вас многообещающий вид. Может, вы и пригодитесь нам? Вы хотите присоединиться или сначала хотите выслушать нашу доктрину? Ваш первостепенный долг – вера, семья, лорды и все хорошее? Исполняйте задание ради славы храма. Никогда не приступайте дорогу своим братьям и сестрам в мыслях или действиях, ведь все мы единое целое. Если вы так или иначе предадите эти идеалы, вы должны будете поговорить с лордом или патриархом, чтобы искупить свою вину. Все еще хотите присоединиться к нам? Мы принимаем вас в свои ряды. Добро пожаловать, сестра. Ко мне и другим мастерам ты можешь обращаться за заданиями, и если будешь хорошо справляться с ними, то скоро получишь повышение. Я с бродягами не разговариваю.
Какой вопрос тебя тревожит, дитя мое? Или ты по делу? Выполняй поручения и тренируй навыки. Ты еще не готова. Я Фильдрела Саадри, монашка и мастер. Мое место работы — храм. Твой первостепенный долг — вера, семья, лорды и все хорошее. Исполняй задания и восславляй наш храм. Никогда не приступай дорогу своим братьям и сестрам в мыслях или действиях, ведь все мы единое целое. Ты уже с нами. Прежде чем я дам тебе поручение, ты должна доказать свою веру, совершив паломничество семи добродетелей. Возьми эту книгу «Путь паломника». Здесь описано, где находятся места поклонения. Мы вернемся к разговору, когда совершишь паломничество. Предупреждаю тебя, хотя большая часть этих паломничеств довольно проста, паломничества к призрачным вратам и к здоровяку более сложны. Рекомендую тебе совершить их в последнюю очередь. Ты получила свой экземпляр пути паломника. Просто следуй указаниям, данным в этой книге, относительно каждого места. Когда посетишь все святые места, поговорим снова.